Шарап. Сначала вот здесь тоже заводское стеклышко замерим. Ну как, проверим работоспособность. Кстати, ну как? Так, я все? К лобовому стеклу претензий нет. Нет, а у меня есть претензии к вашему аппарату. И покажите, пожалуйста, сам аппарат. Нет, откройте его. Оптику я... покажите, оптику. Я оптику. Еще не понимаю, что вы хотите увидеть. Оптику ваших замеров вот тут. Да-да-да. Ага. Ага. Ну, потом посмотрим. А теперь, если можно... а вот это уже... Понятно, ладно. Ну, в протоколе. Я хочу, чтобы вы мне показали, что он работоспособен. Сначала на том стекле, которому у вас нет претензий, чистому, тоже заводскому, как и эти. А потом уже здесь замерим. Если надо, 3-4 раза. Сколько раз? Ну, 3 раза могу потребовать спокойно, по закону. Так нет, вы мне покажите работоспособность на лобовом заводском стекле. Вы будете меня слушать? Я вас нет. Товарищ старший лейтенант. Я вас слушать не буду. Ну хорошо, значит, вы мне... У меня есть ужасные инструкции, которые я должен выполнять. А есть закон? По вашему желанию. А есть закон? Закон о чем? В данном моменте я хочу проверить работоспособность вашего аппарата. Закон о чем? Закон о чем? Закон о чем? Выполнять ваши капризы? ГОСТ нет. ГОСТ и законные основания и замеры. Я говорю, закон о чем? В смысле, закон о чем? Ну, о чем закон? Вы говорите, о ваших действиях, закон? Они правоверные. Вы же меня учите этому. Скажите, хорошо. Где это написано? Что где там? Написано в ГОСТах. В чем? В ГОСТах и законах о полиции, в ваших приказах. Полиции, 60-й приказ. Какой 60-й? Вообще, законное основание. Что за 60-й приказ? В смысле, какой? 60-й приказ, где вы меня должны законно, на законных основаниях какой останавливать. Приказ? И также 24-й. 60-й? Да. 24-й? А, ну уже, значит, 24-й. Да, я не знаю, что у вас там. 24. Ну ничего, ничего. Вы сами не слышите, что вы говорите? Что ага, вы говорите? 22, да? Что 22? Ну все, ладно. Все, меня устраивает, давайте протокол. Вас что устраивает? Ну, 20, уже 143. Правильно, я нажал замер. 143, да? Ну отлично. Ваш аппарат не работоспособен. Ну хорошо, ладно. Я его все. Не калибровал. Вы это не заметили? Я заметил, что вы дважды назвали. Один раз было 22, второй раз 143. Ну ладно, 143. Так вот, только что у меня есть видео. Короче, я все записал. Пользуйтесь вы чем хотите. Я-то тоже пишу. Беспрерывно ну, при том. Но у вас не видно показателя, у меня есть. Что у вас не видно? Все, я понял. Давайте протокол составлять. Вы получили те данные, которые вам выгодны? Нет. Я получил данные, что ваш аппарат не работоспособен, а ваши основания были незаконны. Вы еще раз говорю, вы сфотографировали то, что хотели. Я вам их не предъявлял, да? Да? Ну, я лично к вам не предъявлял претензию или какие-то показания? Ну, пока что я увидел. Скажите мне, да. Пожалуйста, вы увидели то, что вы хотели увидеть, или хорошо, я вам сказал? Хорошо, в данный момент что вы хотите? Вы я скажите все, мне, я заснял. Пожалуйста, вы увидели то, что вы хотели увидеть, или я вам сказал? Я заснял закон, я вот еще он. Раз, вы услышите меня. Да, я вас слышу. Вы увидели то, что вы хотели увидеть? Нет. Или я вам сказал, вот светопропускаемость вашего стекла такая-то. Были такие слова? В данный момент. Я это я говорил. Я заснял. Я это говорил. Мне уже не важно, меня? Что вы говорите. Вы уже много чего сказали. Поехали второй раз. Отлично. Ну как там, калибруйте еще раз. До этого это сделал. 158, да? Да, в данный момент я увидел. Давайте протокол составим. Пока не за что. Ну как не за что? Давайте составим. Вы меня незаконно остановили. Говорите, что у меня тонировка. Здесь тонировка получается. Везде тонировка. У вас аппарат неисправен. Сколько должно быть? Сколько? Минимум 75. Светопропускаемость. У вас 153. Показывает 22. Показывает 23. Я еще раз вам говорю, что я вам не предъявлял показания. Вы снимаете то, что вы хотите, правда? Я снимаю вашу калибровку, что он неисправен. Вы только что вслух сказали. Да, да он неисправен. На значит, момент, да. На данный момент я могу ехать. Нет оснований меня останавливать. Я могу поехать, товарищ да, старший лейтенант. Поехать, приборный исправен. Согласен. Все. Хорошего дня.